Здравствуйте. Меня попросили сделать видео о таком навыке Blood Bowl, как Джиггернаут. Дело в том, что описание этого навыка вводит в заблуждение, и зачастую этим навыком пользуются некорректно, просто по незнанию. Итак, в чем заключается этот навык? Если игрок использует Блиц, то противник не может использовать Фенд, Стенд Фирм или Рестл против блоков. Также можно считать бросок Болт Даун как стрелочку. Но что происходит в игре? Давайте посмотрим. Итак, давайте разберем простейший пример. У нас есть игрок с Джиггернаутом, есть игрок с Рестлом. Что обычно происходит? Давайте выкинем БД. Отлично, то, что нужно. Что происходит обычно в игре? Люди видят БД, нажимают и их спрашивают, использует ли Джиггернаут. Если нажать «Да», произойдет толчок. То есть результат БД заменяется на стрелочку. Итак, происходит толчок, и при повторном ударе, давайте попробуем выкинуть снова БД, да, мы нашли это значение, при повторном ударе делается стрелочка. На самом деле, в случае, когда у нас есть блок и рестл, мы можем нажать БД, и навык уже был на самом деле задействован, та часть, которая игнорирует блок. Смотрите, сработал блок. Таким образом, игрока с рестлом удалось повалить на БД результате, несмотря на то, что у него есть рестл, но мы использовали Джиггернаут. Чтобы было более наглядно, давайте попробуем это повторить. Итак, попробуем повторить данную ситуацию. Что у нас для этого понадобится? Нам понадобится... Давайте попробуем убрать сторону вот этого игрока, чтобы здесь сделать три куба. После чего повторим данный эксперимент. Как раз удачно отодвигаем тамба. И выдвигаемся крысой. Итак, мы сделали три куба. Теперь мы можем делать блиц. Здесь у игрока есть рестл. Что будет, если я выберу Джиггернаут и скажу не использовать? Оба игрока травмировались, поскольку был тест на броню. Значит, рестл не сработал. Если бы я нажал Джиггернаут, я бы толкал этого игрока дальше. Ну что ж, вот и вся премудрость использования данного навыка. Спасибо за внимание.